Быть особенным значит быть индивидуальным. В Чебоксарах открылась школа добровольцев, площадка, на которой все желающие могут познакомиться ближе с особенными людьми и стать для них друзьями и помощниками. Тематические занятия, уроки и тренинги. Как все проходит, узнавала наша съемочная группа. Семену Семенову 17 лет. Болезнь ДЦП у него с самого рождения. Но это не мешает парню жить полноценной жизнью. Школа добровольцев для него еще одна возможность помочь другим таким же людям. Мы должны держаться вместе всегда, иначе в этом мире нам не выжить, как говорится. Сложности, они есть везде, и даже сейчас зимой, когда гололед, вы сами понимаете, я думаю, элементарно пройти куда-нибудь или выйти на улицу, это уже как бы такое испытание, и ты понимаешь, что надо это сделать. Приходится, конечно, и попадать, и поплавать где-нибудь, но мы со всем справляемся, как говорится. Самое главное, всегда улыбаться? Да, даже когда падаешь. Падает с улыбкой на лице, да? Да. Среди участников – школьники, студенты СУЗов и вузов, волонтеры. Как правильно оказать помощь и, что еще важнее, как ее предложить? Впереди 3 дня учебы, тематические занятия, тренинги, лекции. Английский, немецкий, французский – все эти языки мы изучаем с вами с детства. Здесь, в школе добровольцев, можно познакомиться с еще одним жестовым. Вот это движение означает «добрый день». Школа добровольцев проходит 2-й год. Ее организаторы – Общество свободы и Центр молодежных инициатив. Они отмечают, после обучения некоторые ребята остались помогать. Организуют мероприятия, участвуют в конкурсах. Да и просто общаются и дружат с особенными людьми. Люди становятся приветливы. Даже на наших мероприятиях появляются люди, которых мы, в принципе, вообще не звали. Не звали, и даже я как бы вот... Приезжаю с ребятами постоянно, с сопровождением, и ко мне подходят ребята, там я, допустим, остаюсь там в фойе один, предлагают какую-то помощь, знакомиться, общаются, это здорово, на самом деле, раньше такого не было. Как-то ребята обходили все страной. Цель проекта, конечно, создать команду для взаимодействия, чтобы мы вместе творили. Открыть глаза на происходящее вокруг и стереть психологические границы между людьми – задача важная и вполне решаемая. Только нужно чуть больше добровольцев, и тогда все получится. Уверены организаторы и участники. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.